Остановились спонтанно здесь, вот в этом Зайферцхофен, есть музей. Ну, как вы знаете, сейчас все закрыто и неизвестно, когда все откроется. Мы здесь уже как-то были. Это небольшой, а такой маленький музей. Называется Bauern und Technik Museum. Schwäbisches Bauern und Technik Museum. Здесь старинная техника всякая. Интересно. Внутри, конечно, там вообще чего только нету. Но здесь тоже у них на улице уже кое-что можно посмотреть. Это мотор еще, он еще даже внутри. Внутри сюда надо. Я смотрю, у него такие двери маленькие. Наклоняться надо, чтобы залазить. Пусть деревянных. Это, наверное, раньше домики такие были. Ничего себе. Так там кровать, даже постель. Там подсвечник, смотри, есть. Кому-то здесь, правда, кто-то еще живет или что? Я тоже подумал, что кто-то живет. Ниночка, нельзя заходить, это не наш. Вот и еще один. Только здесь я кого-то по бокам сидушки. Сюда поверни камеру. Сейчас. Ничего себе. Еще и русский. Есть какое-нибудь название у него? Там еще что-то стоит новое. Подъездки или 58, 9, поверните вниз. Вот тут будет зачет.